Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Банковский». Наша сегодняшняя тема – это как же установить приложение «Сбер Спасибо» на Android. Ну, установка самого приложения, как на Android, там, хоть на iOS, значения абсолютно не имеет, она абсолютно одинаковая. Единственное, отличаются магазины, да, откуда вы будете устанавливать данное приложение, и немножко отличается сам функционал. Но раз кому-то, допустим, непонятно, как это можно сделать, да, давайте я покажу именно конкретно на телефоне, на андроиде, как данное приложение можно туда установить, как в него войти, ну и как оно, в принципе, выглядит. Переходим в Play Market. Вверху в поисковой строке пишем «Сбер, спасибо». И нажимаем «Установить». Как только установилось, нажимаем «Открыть». Здесь у нас высвечивается реклама, это все можно пропустить. Нажимаем «Начать работу». Здесь нужно заполнить телефон и пароль. Либо же, если пользуетесь приложением Сбербанка, то нажать «Войти по Сбер ID». Придумать пятизначный код-пароль, подтвердить его 2 раза. И здесь вы сразу сейчас попадете уже на страницу Сбербанка. Соглашаемся с условиями, нажимаем «Продолжить». Здесь нужно подтвердить опять-таки согласие, нажимаем «Продолжить». Сейчас произойдет загрузка до конца. Номер телефона, дата рождения. Теперь нужно придумать пароль и ниже его еще раз ввести, чтобы подтвердить. Все, теперь соглашаемся опять-таки еще раз с условиями, нажимаем «Продолжить». Еще одни условия, также соглашаемся с ними, либо отказываемся, если нужно. Но отказаться не дает, поэтому придется, конечно, согласиться. Теперь нужно придумать 4-значный код-пароль для быстрого входа в приложение. Еще раз его подтвердить. Если нужно использовать отпечаток пальца, либо Face ID. Теперь нужно выбрать город, в котором вы проживаете. Список здесь очень большой, поэтому можно вверху в поиске нажать, можно здесь так пролистать самостоятельно и открыть тот, который вам нужен. Выбрали город. Теперь, если нужно, можно подтвердить, если вам какие-то новости нужны, если нет, можно отказаться. И нажимаем «Продолжить». Далее мы перешли в основное меню нашего личного кабинета, в котором мы уже можем просматривать накопленные бонусы и какой у вас рейтинг. Теперь в данном приложении вы можете контролировать все ваши бонусы, которые у вас накапливаются, смотреть, сколько бонусов было с какой покупки, но для того, чтобы знать, где больше всего бонусов можно накапливать. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала «Банковский». Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал. И всем до новых встреч. Пока-пока.